Привет всем, это Кубок Развития. Еще раз в Минске мы встречаемся в феврале. Очередное главное событие в молодежном футболе. Сегодня у нас игра между Казахстаном Ю-17 и Узбекистаном Ю-16. Это второй тур, и здесь уже многое станет понятно в раскладах. В этой группе вообще кто, где, как. Четвертый арбитр Павел Грицук, ну и инспектор матча Игорь Круг. Да, именно эти ребята будут решать сегодня на поле, кто прав, кто виноват. Но, как говорят, хорош судья тот, которого не видно судьи. Надеюсь, сегодня будет у нас все без эксцессов, четко по-футбольному, грамотно. 14, Тулаганов, Даврон и номер 16 вчера вообще на поле не появился, Самир Курбанов. Пока у нас атака сборной Казахстана. Давай посмотрим. Удар поворотом опасный. И моментище не попадает. Там один из футболистов казахов. Пустые уже ворота. Это был Эльхан Саидов. Пытался добить. Нет, посмотрим, как будет дальше. Пока же атака сборной Казахстана по правому флангу. Можно делать передачу штрафную. На удар набегающий. Хорошая попытка. С границы штрафной площади было пробить. То есть, знаете, такая база в футболе. Ну вот мы видим сейчас повтор из-за ворот. Но вот мяч не прижал к воротам. Вот иногда в этом бывает проблема. Смотрим за нескольких оппонентов. Передача Дуйсенбек и удар. Ой-ой-ой-ой-ой! Красиво было сыграно и за шиворот. Абиль Ильяс оформляет первый гол в этой встрече. Красота! Четвертое. Было сыграно. Особенно интересно, да, вот как раз-таки из-за ворот глянуть. За шиворот голкиперу, ну, вроде бы позиция правильная, прямо над вратарем мяч пролетел. Ну, а мы смотрим, Дуйсенбек и, ну, все просто правильно. Красота. Ну, вратарь немножко просто не дотянулся, не выход из ворот, тут просто не дотянулся. Ну, а пока же атака Казахстана, снова дальний удар, и что же ты делаешь сегодня? Красавец Абиль Ильяс, ну, тут чуть вторую красоту не положил, а? Мне уже казалось, ну, в девяточку летит. Да тут не то, что казалось, оно и летело туда. Мне кажется, ворота немножко подвинули в процессе полета мяча. Но действительно, друзья, посмотрите, сколько же угрозы исходит от этого игрока. У чужой штрафной площади еще один удар, ошибается голкипер, и 2-0. Вот только я хотел сказать, что у него очень много работы сегодня. Да, и Тамерлан Акиманов забивает и ошибается здесь. Вратарь узбеков, Акрамов, это его ошибка. Но и при этом хороший прессинг от казахов, который привел к второму забитому мячу. Посмотри, как много ударов у Казахстана из-за предела штрафной площади. Очень много. Они прям с наскока бьют. Еще он пытался на себя взять инициативу, немножко не получилось. Но то, что пробуют ребята и не боятся, это достойно похвалы, друзья. А вот и вратарь в игре. А вот и первое касание голкипера. Там же у нас, да, на месте обычно действует Тамерлан Агиманов. Но появились проблемы в центре, посмотри. А потому что Тамерлан пошел в центр, подумал, зачем мне там ошиваться, удар с дальней дистанции. Так, это снова он, да, конечно же, Ильяс. Но это просто, ну как его держать, скажите мне, пожалуйста. Он бьет с любых точек, причем каждый второй удар. Просится передача в центр, нет, сам решает игрок играть. Снова на Адилета, прострел в центр, поверху и головой удар от 13 номера. Дуйсенбек. Опять же, тот как раз-таки квартет, который ты отметил со старта второго тайма, снова, друзья, в игре. Очень много делает его. Что касается у нас, друзья, узбекистанской сборной. У нас пока атака. Абиль Ильяс, хорошая передача вперед. Можно разбираться. Удар в ближний угол. Это было очень опасно. В этой стране представлены. Поэтому не казахи, да, вот именно казахстанцы. Мы так и называем, чтобы снова же никого обидеть не хотим. Пока же Абиль Ильяс с мячом. Ой, как он выцарпал его в центре. Вот благодаря таким футболистам тот же Агиманов получает свой момент. Тот же атака Ильяс. Казахстана. И удар поворотом, вот он, напастнейший момент. Игрок. Да, будет повтор, смотрите, друзья, камера из-за спины показывает. Да, все-таки это был удар в дальний угол цели. Вратаря показалось, пробить. Да, что там на дальней штанге был игрок, и поэтому... Вот отсюда будет хорошо видно, посмотри. Вот он как раз-таки набегающий был в противостоянии Ях. Вот так специально я делаю акцент в противостоянии Ях, чтобы два коллектива показали нам интересную игру. Моментище, мяч попадает в штангу, и добивание 3-0. Ну вот он как раз-таки тот самый Виктор Лакеев. Штанги, да. Перекладит. А вот, друзья, и повтор вам. Доиграли ребята эпизод до конца. Кто пробивал там дальний? Вот кто начал атаку? Пробивал как раз-таки Ильяс. Тот самый. Ильяс, да, пытался здесь дубль оформить. Да, но по итогу, слушай, помог партнеру. От Ильяса мы сегодня видели с тобой и перекладину в первом, и штангу во втором.
Да, ну молодец, гол, игрок. Красавец. О, гол красавец. Бесспорно. Настрой чисто на удар сейчас. Разбег. Будет. Хороший плотный удар. Показал, что стенка слегка развалилась. Но пришелся удар ровно в ту позицию, где стоял голкипер. Не спешит он, выдвигает всех. Сейчас звучит финальный свисток от Станислава Ананьева. Сборная Казахстана Ю-17 побеждает со счетом 3-0.